Я всегда хотел играть в семерку. 4-5 лет назад я познакомился с Гордоном Тайдженсом. Мы поговорили о возможности сыграть в регби 7. Приближалась Олимпиада, так что мне было о чем подумать. Было очень волнительно, но я тот тип личности, который учится только на практике. Так что мне нужно было играть и тренироваться. Поначалу все было сложно и тяжело. Нужно было подтянуть физические кондиции, но новое испытание приносило невероятное удовольствие. Просто попасть в окружение игроков мирового уровня, тренироваться с ними, начать думать и трудиться, как они. Все это очень помогало и мотивировало меня. Переход в регби 7 был изнурительным. Другая тактика, техника, скорость, очень много отличий от классической игры. Повторюсь, было действительно тяжело. Но мне нравится окружающая обстановка, и мне очень нравится семерка. And a new chapter in the storied career of Sonny Bill Williams as he makes his first appearance in the All Black Sevens team. First tournament was in Wellington, New Zealand. Первый турнир был в Веллингтоне, в Новой Зеландии. Я тренировался всего лишь пару недель. The roar from the crowd is for Sonny Bill Williams, who makes his entrance to International Sevens. And Sonny Bill Williams scores with his first touch. It's a gift. После дебютного турнира я почувствовал, что значит быть игроком регби 7. Я очень требователен к себе, но доволен дебютом. Быть с такими ребятами классно. Это был мой первый опыт, и они были рядом, чтобы помочь и поддержать. Я совсем не стесняюсь задавать вопросы. Знаете, ведь я хочу прогрессировать, а парни всегда подсказывают. There's the superstar, SBW. Sonny Bill Williams with a few selfies. I remember... Я на всю жизнь запомнил регбиста Юрони Кларка, который однажды пришел в мою школу. Он был таким крутым, но при этом открыто и просто общался со всеми. И я, когда вижу молодого парня, который в восторге от того, что встретился со мной, никогда не пройду мимо. Он ведь тоже может это запомнить на долгое время, как я запомнил Юрони Кларка. Эта история застряла у меня в голове. Очевидно, что очень важно попасть в сборную на Олимпиаду, но даже просто стать частью команды и показывать свою лучшую игру, мне нравится вызов. Чтобы быть частью этого, мне приходится чем-то жертвовать. Я буду стремиться стать лучше, чем сейчас. Не нужно переживать из-за этого. Все получится. Ключ к успеху — быть частью команды, жертвовать, не жалеть себя и показывать лучшее, что ты умеешь, а время даст ответ.